Пока к другим темам. На минувшей неделе суд Ленинского района вынес решение по делу о городских дорогах. Напомню, прокуратура посчитала, состояние 70% оренбургских улиц не соответствует ГОСТу и обратилась в суд. В итоге Фемида признала незаконным бездействие управления строительства и дорожного хозяйства, поскольку это противоречит федеральному закону о безопасности дорожного движения. Суд обязал устранить нарушение до 1 мая и провести ремонт по всем требованиям ГОСТа. И добавлю, в этом году тысячи оренбуржцев жалуются на состояние городских дорог. Из-за покалеченных авто в суде рассматриваются десятки дел. Как сообщили в ГИБДД, убитые дороги в Оренбурге и Оренбургском районе стали причиной 170 ДТП, 204 человека пострадали, а трое погибли.